Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. Сегодня будем играть на Королевский. Наверное, с этим красивым скинчиком. Ну, и сегодня у нас цель — это взять 3 топ-1 в стандартных боях и поднять хотя бы 1120-130 рейтинга. Думаю, будет неплохо. Сетапчик использую вот такой, у меня почти все. Ну да, все 7 уровня, один около 208, потому что, ну, самый важный факт, по сути, сейчас для всех персонажей, которые очень быстро умирают, да, которые шотаются. Ну, а мы начинаем, в принципе. Посмотрим, что у нас как сейчас получится. Хотя у нас только идет первая неделя после смены рейтинга. Хотя скипик 12 уровень, в принципе, да. И он может себе это позволить, как бы, ну, я имею в виду геймплей, да, очень серьезный такой. Но все равно есть шанс нарваться на какой-то 15, на 14 и тому подобное, и слиться. Да и скипик сам по себе, он не такой уж и прям, ну, много хпшный, сильный, все дела. Если заметить, да, этот момент. Ну вот, блин, сейчас, конечно, проблема большая. Ой, ну все, короче, я подкинулся, скорее всего, ребят. Скорее всего, откинулся. Ну, потому что шансов нету. А нет, я затащил все-таки. Все-таки затащил. Причем затащил очень красиво, как вы заметили, да? Фу, ну это было жестко. Это было реально жестко, там еще Нидс бегает, сейчас будем с ним драться. Я вот думаю, только хиляться аптечки или нет, или подождать. Отлично, убиваем Никса, я даже аптечки не тянулся, сэкономил в принципе, теперь у меня две аптечки есть и... Фу, и все хорошо пока что. Ну, тяжеловато было, вот даже в 12 уровне, вы заметили, да, я практически с кролика дрался, было очень тяжело и очень больно. Да и сейчас вот еле-еле убил этих двоих челиков. Как бы тоже понимаете, это не просто так. Ну, мы сейчас глянем, что у нас получится. В принципе, сейчас, наверное, стоит по центру не ходить, потому что там дальники могут быстро шотнуть. Ну, к сожалению, я Никса не добиваю. Ну, как не добиваю? Ну, вот видели вот этот лук, да, выстрел с лука? Да вот что это такое? Вот что это такое? О боже, как же мне это горит с этого. Наконец-то мне, кстати, попадаю. Но я сейчас не успею забрать аптечку, скорее всего, меня убьет. Нет, меня не успевают убить. Акула мы почти убиваем. Да, отлично, убил я акула. Но у меня проблема из-за того, что я теперь лук с дробовиком, наверное, не успею забрать. Или успеваю? Фух, успел. Капец просто какой-то, что за... Что за игра? Что так тяжело-то, а? Вроде бы 12-й кролик, как бы так вот прям тяжело, против 10-го там Никса и все дела, да? Хотя это стандартные бои, я уже убил, раз, два, три, четыре, пять человек я уже убил в стандартных боях и ни одного бота, заметьте, да? Как бы легко, из 15 человек вроде бы тут было 15, если я не ошибаюсь, конечно. Игроков я убил треть, понимаете? Треть игроков убить соло. Это вообще жесть. Что сейчас делать, я не знаю, потому что зона сближается. У меня аптечек нету. Кости тоже нету. О, смотрите, какой, кстати, подвальчик красивый. Эй, я не хотел выпрыгивать. Ну все, теперь спалился, теперь меня убьют. Ну ладно, я так просто не сдамся. Будем возле фонтана играть. У меня тут есть преимущество небольшое. А чё? А чё фонтан больше не перепрыгивает? Вот разрабы, вот дают, ля, как я. Фонтан больше не перепрыгивается. А чё это с этим челиком не так? Бачок, ты чё, офигел? Фух, я успел его убить. Фу, я уже думал, все, кранты. Но опять же, видели, они друг друга вообще не трогали. Я убиваю Никса. Убиваю фламинго, убиваю акула, еще и бак убиваю соло. То есть они друг друга вообще не тронули ни разу. За всю игру я дрался, считайте, всегда против всех, и все вбили только меня. Вот такая вот игра интересная на скипе, да. Еле-еле топ-1 взял. А, как же тяжело было. Ну, нормально. Нормально. На скиле. Так, вижу там легендарного бота, но сейчас, если на него пойти, то там разборки будут. Хотя у меня, в принципе, есть дроп. Если сейчас убью хотя бы одну аптечку, можно пойти подраться. Так, вижу лук получше. А, я слышал. Понимаете, ребят, в чем прикол? Я его слышал.
Я тебя слышал! Я тебя слышал, друг, я тебя слышал! О, как же приятно, когда ты хамелеон убиваешь, а? Особенно это было приятно, когда я его, знаете, услышал, что хамелеон, и думаю, сейчас же гад по-любому ко мне придет, по-любому. Я такой, опа, и луком бахнул его. Так, пойдемте на легендарного бота, пока его с ним там дерутся еще. Вот, его убивает пингвин. Пингвин мне, по сути, не такая большая проблема. Да что ты... Вот понимаете, в чем прикол? Прикол в том, что меня сейчас Никс пытался убить. Минус этот. Отлично. Живем. Живем, тащим. Просто. Ну, конечно, 10 уровней выношу, но я вам хочу сказать, что кроли 12 это как 10 персонаж. Как любой персонаж 10 уровня. Закинем бомбочку легендарную. Бля, какая красота, а. Ай, кайф. Еще на меня орел насел. Или это жираф? Интересно, кто. Ну, если еще, заманим его на капкан сейчас. И победим. Надеюсь. Победим, победим. Гляньте, смотрит, смотрит, а? Где-то он здесь, блин. Кстати, а ну, эти не пофиксили, давайте глянем. Ну, не, не пофиксили, хотя бы это. Ну, блин, фонтан жалко, пофиксили. Ах ты, подлец! А ну, души его, орел. Орлиная морда. Хе-хе-хе. Боже, зачем он это сделал? Вот так, вот так, вот да. Так, у меня еще одна бочка есть, давайте заберем. Я же могу на кролике прыгать, у него бочка не ломает. Ну, пенек не ломает, а у нас сейчас пеньки, да. Так. Незаметный пенек у меня, да? Опять же, 5 киллов сделал. Причем это были тоже не боты. Чисто всех игроков побью. Но в этот раз полегче намного. И по луту, и по тому, что противники идут по одному, как бы. Я незаметный пенек. Меня не видно. Незаметно, незаметно. Было прикольно, если бы у него еще корешки двигались. И, знаете, анимация. Но это, наверное, было сложно делать. Скилл-модель пенька статическая. Ну, у бочки была статическая. А это она была анимирована, куда-то зафигачить. Ну, было бы красиво, такие, знаете, пеньки бегающие. О, это было жесть. Ну, кстати, вот что проблема. Это то, что... Блин, видели, меня почистили? Лиску минусуем. Быстро... Блин, я зарпи... Зачем я похилялся? Ёп... Зачем я похилялся? Капец просто. Понимаете, я похилялся. Я одну аптечку потерял. Вы пеньки. Пенек пенька, смотрите, лутает. Там Джей 9 уровня. Ничего себе он там армора налутал. Давайте на Луи выйдем. Байт на Луи делаем, короче. Все, победа. Ебой. Победка, победка. Это вторая. Это только вторая, да. Еще третья будет, по-любому будет. 4 однерки нафармил. Ну, в прошлом бою. Сейчас у меня уже 1135. Ну, то, что хотел, то сделал. В принципе, можно было бы на этом закончить. Но давайте еще одну победку. Так сказать, заключительную. 13-го Луи развалить. Ну там ладно, Джейд помогал, он все. Гляньте, 12 уровень. То есть вы понимаете, да, сейчас на 1133 какие жесткие монстры попадаются. И с этим надо как-то бороться. Опять лук. Да ёп, мне надо граната или дробовик. Хотя бы что-нибудь из этого. Вижу бота, но сначала заберем дробовик. Золотой. Золотой, золотой. Ну, фух. Хорошо, хотя увернулся. Так, ботик убиваем. Ну, в принципе, став уже готов. Сейчас забираем еще одну аптечку с того бота, и все, как бы. Игра выиграна. Ну, как выиграна, надо еще победить. Выжить.
Блин, Никсик упрыгал. Никсик, что ты такой? Ну, вернись ко мне, друг. Никсик, дорогой ты мой, красивый. Стреляй. Фух, успел. Кстати, видите? А, вон для аптечка, точно. Увидел, увидел. Нормально все. Ну, минус 2 Никса сделал. Ну, кстати, вот второй Никс был очень странный. Первый еще пытался, знаете, как-то драться. А второй был странный. Блин. Электродробовик уходит орлу. Йоу. Если попадет, то будет вообще боль. Такая, что капец. А с этим надо как-то сделать. Ну, я, конечно... Короче, орла... О-о-о. Ля, смотрим на друг друга. Нет, это не этот орел. Фу, нанесло. Там, короче, был орел. А этого орла с легендарным дробовиком убивают. Джейн берет, да ёп. Вместо одного другое. Капец просто, да? Вместо одного другое. И это как бы... Давайте убежим. Не хочу сейчас драться ни с кем. У меня есть две аптечки. У меня есть... Этот, стеночка. Хороший лут. Если я сейчас буду драться, я только могу проиграть и потерять аптечки. И, в общем, будет плохо. А так я сейчас могу просто подождать, когда зона добежит. Джейд 14 уровня. Фу, ребят, ну это я не уверен, что возьму топ-1. Против такого монстра. Ну я сейчас могу, конечно, попробовать. Ну что, рискнем, а? Я сейчас хочу подпрыгнуть, потом припрыгнуть через эту, раскидать все и выпрыгнуть назад. Ну го, рискнем. Дерзко, дерзко было. Но я еще живой. Я еще живой. Мне кажется, тут Джейд просто стоит и ждет, когда я к ней подбегу. Или нет? Или убежала? Фу, надеюсь, убежала. Орел очень странный. Максимально странный орел. Минус 2 я сделал, но толку. Минус 3 сделал, окей, ладно. Вот зачем я их убиваю? Оставил бы, с Джей бы подрался лучше. Ну все. Я остался на один против Джейд. Ее здесь нету, она здесь где-то. А где? Где Джей? А все, это потеря. Видели, там аптечки были, да? Да. Ну, ребят, ну, 14 уровень. Ну, надо же понимать, что кролик Скиппи 12 уровня, это как любой персонаж 10 уровня, да? А тут 14 джет, как бы на 4 уровня разницы. И, ну, как бы, все понятно и так, да, было? Обидно, конечно, не топ-1 три раза подряд, но почти, почти. Было очень жестко. Кстати, вот эти квесты на убить в воде, я не могу их выполнять, потому что они просто очень-очень редко выполняются. Это такой рандом, я, короче, не хочу в рандом играть, в общем. Не мое это. Эх, ну ладно, ребятки, будем на этом заканчивать. Не получилось, конечно, топ-3, топ-1 взять, но было все, в принципе, достаточно красиво, эпично. Особенно первая катка, я думал, проиграю, но в итоге как-то смог вытащить. Если, видимо, в общем, понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Оставьте свои комментарии. Ну и не болейте, не скучайте. И всем пока-пока.